Так странно. Сестры снова живы в одном и том же времени. Я, жаждущая забыть свое прошлое. Анна, поглощенная поисками своего. Все это время я заставляла ее искать, не давала ей обрести желаемое. К счастью для некоторых из нас, Кловис оставил много следов. Он так хотел. Вы принесли ключ? Все, что мы ищем, должно быть там? Кловис был одержим своим наследием. Он документировал почти все свои деяния, в том числе каждый скелет из нашего прошлого. История любит называть таких людей великими. Она запоминает их триумфы, а на зверство закрывает глаза. Кловис был амбициозен, неумолим, настоящий тиран. Поэтому я постаралась, чтобы Анна не нашла то, что искала. Она еще не готова узнать об этом, да и обо мне тоже. Мы пришли не за правдой о Кловисе. Нам нужно то, что он обнаружил в ходе экспериментов с тьмой. Стазис. Если повезет, этот дневник поможет нам раскрыть его потенциал. Мы получим ответы, когда я расшифрую его до конца. Спасибо за помощь. Как только я что-то выясню, ты узнаешь об этом. Оказалось, что дневник Кловиса неплохо защищен. И обойти защиту я не могу. Похоже, его защитили. Ну, от меня. Когда-то я помогала ему. Вот почему я так выгляжу. Ему был нужен подопытный кролик, а мне кто-то, кто будет мне отцом. В конце концов, я поняла свою ошибку и присоединилась к сестрам в борьбе против деда. Поэтому Кловис решил принять меры предосторожности. Он хотел скрыть свои чудовищные эксперименты. И вот теперь его дневник зашифрован. Думаю, пора извлечь пользу из всего этого зла. Кловис был не только мерзавцем, но и гением. Алгоритмы расшифровки его дневника спрятаны по всей Европе. Я нашла один в его консоли. Поднеси ключ к ней. Мы сказали ей, что она приемыш. Аня, так было... проще, чем объяснять про измену отца. Но дело не только в этом. Анна была взбалмошным ребенком. Мы видели, что характером она вся в старика. Мать посчитала, если убедить Анну, что она не одна из нас, ей не передастся генетическая жестокость деда. Я в это не верила. Жестокость обусловлена не генами. Кловис сам избрал такой путь. А Анна была просто ребенком, переживавшим утрату. Но в моей временной линии, в моем мрачном будущем, Анна в итоге все равно ожесточилась. Из-за тьмы. Тьма обратила ее прошлое против нее. Анна не смогла устоять, и мне пришлось остановить ее, оборвать жизнь моей сестры. У меня не было выбора. Ты убила Анну? В темном будущем, да. Если честно, я скучаю. Но в этой временной линии она даже не знает, что я жива. Так было задумано. На сей раз я оградила ее от прошлого и от меня, чтобы не подпустить к ней тьму. Но что бы я ни делала, тьма неумолима. Эрис Морн поддалась любопытству и угодила во тьму. Эрамис поддалась соблазну и создала темную империю. Обе были одержимы своими идеями, и это увлекло их во тьму. Потому что это и есть наша слабость. Так тьма нас развращает. Я больше не могу закрывать на это глаза. Одержимость Анны будет только расти,
и тьма доберется до нее. Я должна найти ее раньше. Код сработал. Этих отчетов об исследованиях стазиса пока хватит, но есть еще много других, которые нужно расшифровать. И Анна должна это увидеть. Как только разберусь в записях, я с тобой свяжусь. Спасибо за помощь. То, что мы нашли, помогло мне расшифровать часть дневника, и... Дело обстоит еще хуже, чем я думала. Но похоже, что наши усилия не пропали даром. Кловис не просто нашел стазис, а улучшил его. К счастью, он не умел им пользоваться. Стазис, как и многие результаты его экспериментов, просто оставался в лаборатории до самого коллапса. Если мы расшифруем остальное, то, вероятно, узнаем, как добыть эти знания. И я знаю, где это можно сделать. Я знала, что Кловис злодей, но это... Мне стало стыдно, что я ношу его имя. Как я тебя понимаю? Элси, Кловис, ты... Это все, чего я хотела. Именно это я искала. Но почему же ты молчала все это время? Страж, что ты здесь делаешь? Для этого я тебя и позвала, Анна. Прекрасно. Это поможет нам расшифровать дневник и найти материалы о стазисе. Стазисе? Ты про силу тьмы? Анна, то, что мы здесь делаем, крайне важно. Стазис просто орудие. Мы использовали его во имя добра. Вы используете тьму? Я тоже вначале сомневался, Анна. Вы обе? После всего, что случилось? Анна, наше прошлое. И я ограждала тебя от него, потому что хотела тебя защитить. Защитить? Спасибо, но я сама могу за себя постоять. А эта идея — использовать тьму. Это плохо кончится. Так было раньше. Но теперь... Постой. Раньше? В другой временной линии ты... была слишком одержима своим прошлым. А я... была слишком эгоистична. Правда в том, что я не из этой временной линии. Там, откуда я, тьма победила. Я пыталась уберечь тебя, но на деле лишь подтолкнула. Прости, что столько всего утаила. Возможно, лучший способ помочь тебе — просто быть рядом. Слушай, не то чтобы я была тебе неблагодарна, и я рада, что ты жива. Правда. Но... Все это как-то чересчур. Прости. Анна, стой! Ты правильно сделала, что сказала правду. Время покажет. А пока я продолжу поиски материалов о стазисе. Поговорим чуть позже. Оказалось, что Кловис и правда нашел во тьме силу стазиса, но не умел ей пользоваться. И, конечно, он его спрятал. По счастью, в средоточии мира Кловиса Брея. В себе самом. Огромный Экзо на дне завода Экзо? Это он. Ну, то есть, его ИИ. И мне кажется, нам пора поговорить. В том числе с Анной. Это и ее путь. В темном будущем она хотела овладеть этой силой. Со мной или без меня. И когда меня там не было, тьма была. Это не повторится. Анна, ты вернулась? Да, но не каждый день встречаешь сестру робота, пережившую апокалипсис. И я подумала, раз ты приложила столько сил, чтобы защитить меня, я тебе правда дорога. Да, просто я боялась, Анна. Боялась потерять тебя. Снова.
Я считала, что так лучше. Скрыть от тебя правду. Главное, что теперь я не одна, Элси. Какие бы горькие откровения нас не ждали, мы встретим их вместе. Тогда не будем откладывать. Принесли? Задействован конфиденциальный интеллект. Минули столетия с момента нашей общей кончины, и все же мои внучки, Элизабет и Анастасия, стоят передо мной, живые. Кловис? Да, Анастасия, это я. Невероятно. Полагаю, раз вы забрались так далеко, вам нужны мои исследования. Энергия тьмы. Ты ведь ее искала, да, Элизабет? Я ей воспользоваться не сумел, но, сдается мне, ты сможешь. Да, смогу. И не только я. С ее помощью мы спасем человечество. Нет, ты что? Она нужна не для этого, только для исследований, для истории, только для Брейв. Почему я не удивлена? Брось это лицемерие, Элизабет. Или ты забыла, что сама вызвалась участвовать в проекте Экзо? Ты знала, что на кону имя Брейв, и была готова за него постоять. В отличие от своих сестер, и матери, и даже отца, неблагодарные слабаки. Ты всегда был сволочью, Кловис. И все же ты добровольно вступила в вечную жизнь. Жизнь, которую даровал тебе я. И хорошо, что даровал. Я посвящу эту жизнь защите Вселенной от таких злодеев, как ты. Я знал, что твоя наивность тебя погубит. Наслаждайся этим даром и помни, ты всегда будешь Брейем, как я. У Кловиса всегда был трудный характер. Но все же он был не лишен человечности, пока не отдался во власть тьмы. Да ну его. Он нам больше не указ. Давай возьмем его силу и распорядимся ею на зло ему. Поможем человечеству. Анна права. Мы получили то, зачем пришли. Теперь путь лежит к Зиккурату. Поговорим после. Я хочу сказать спасибо. За многое. А главное, за то, что помогла встретиться с сестрой. В темном будущем Анна поддалась искушению, а я не могла ей помочь. Но отныне она может на меня рассчитывать. И когда она будет готова использовать тьму во благо, я смогу направить ее. Более того, я смогу направить всех, кто в этом нуждается. Авангард признает только свет. Кто-то должен признать и тьму тоже. Иначе мы можем потерять все. А нам еще предстоит спасти Вселенную. Я мечтаю сделать это вместе с тобой.